Здравствуйте, добро пожаловать на портал Неврозы Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и я рад пригласить всех своих зрителей канала на открытый вебинар. Это онлайн-трансляция, которая состоится уже весьма скоро. Она будет 11 октября в 19:30 по Москве. Это будет не совсем стандартный вебинар, к которому вы привыкли. У нас будет специальный гость. Очень почетный гость, не побоюсь этого слова, очень известный гость. Это врач-психотерапевт, заведующий и председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Викторович Ковпак, автор многочисленных работ, научных публикаций и книг о тревоге, панике, психотерапии. Заслуги этого человека, его регалии, я до сих пор не выучил, их очень много, но я системно посещал семинары Дмитрия Викторовича в ассоциации, международные семинары, которые организовывала ассоциация. И поверьте, тема вебинара, которую мы выбрали, она очень практична и очень полезна. Сейчас я постараюсь коротко осветить о том, о чем мы будем говорить, и передам слово Дмитрию Викторовичу, который тоже постарается коротко и емко объяснить суть того, о чем мы будем говорить 11 октября. Если вы смотрите наш канал «Неврозы Мегаполиса», или вы занимаетесь у меня в группах, или вы психотерапевт, вы прекрасно знаете о том, что когнитивно-поведенческая терапия рассматривает суть ваших эмоций, суть ваших неврозов, суть ваших симптомов как эмоциональные последствия. Ваша тахикардия, диарея, ком в горле, головокружение, астенические проявления рассматриваются исключительно как эмоциональная составляющая, которая является логическим следствием того, как вы образуете эмоции. А эмоции вы образуете благодаря вашему пониманию, благодаря вашим так называемым автоматическим мыслям, системе убеждений, которые и сталкиваются в реальной действительности с этой, собственно говоря, действительностью. Проще говоря, мы можем изобразить схематично это вот таким образом. Есть жизненные обстоятельства, на которые вы определенным образом смотрите. Это мы называем верование или убеждение. Благодаря этому воззрению на мир вы создаете определенную эмоцию. Эта эмоция проявляется телесно, то, что вы привыкли называть вегетососудистой дистонией, это тахикардия, ком в горле, потливость, головокружение и так далее, в виде эмоционального последствия всевозможных скандалов и прочих депрессий, и в виде поведения, где вы начинаете как-то себя вести изолированно, избегающе, или провокационно, или наоборот молчите, засунув язык в одно место, ну и так далее. Самым банальным примером может служить здесь простая социофобия. Жизненная ситуация, вас попросили сказать тост, вы подумали о том, что сейчас подумают все о вас плохо, что вы облажаетесь, это ужасно, это драматично. У вас проявилась эмоция страха, у вас застучало сердечко, стало сухо во рту, и вы молчите и не можете выдавить ни себя, ни слова. Вот примерно так очень просто можно объяснить о том, что происходит в этой формуле. Самым главным в этой формуле является не столько обстоятельства и не столько уже уж последствия, сколько то, как вы эти последствия создали. А создали вы их благодаря тому, что я сказал ранее, что обо мне подумают, я не должен так поступать, это ужасно, это драматично, такого быть не должно, так будет всегда, я от этого плохой человек, это никогда не изменится и так далее. Вот, собственно говоря, когнитивная терапия разбивает свою работу на несколько этапов. И как знают мои клиенты, мои студенты, первым этапом является осознание этой формулы и этих общих механизмов. Об этом мы будем говорить чуть попозже подробнее, или предыдущие ролики посмотрите, или приходите все-таки на вебинар. Вторым этапом механизма заключается в том, чтобы научиться видеть вот эти искаженные мысли или эти убеждения, как они работают в повседневной вашей жизни. Третьим этапом является научение изменения, вот работа над этими убеждениями, чтобы научиться их не только видеть, но и эффективно опровергать. И четвертым этапом мы называем интеграция нового формы мышления, новой формы мышления во все сферы жизни. Проще говоря, если вы у меня научились понимать ситуацию, например, дома с мамой, с папой, с мужем, с женой,
более объективно, более рационально, то этот самый навык у вас должен будет трансформироваться и интегрирован в социальную жизнь, в жизнь в институте, в жизнь на работе и так далее и тому подобное. То есть мы интегрируем новую форму мышления, объективную форму мышления во все сферы жизни для того, чтобы вы были эффективны уже как непосредственно личность, как человек в социуме, в профессии, в своем развитии. Вот именно над тем, как диспутировать или над тем, как сформировать помогающее мышление, помогающую философию, как работать над своими автоматическими мыслями, как формировать рациональный ответ, мы с Дмитрием Викторовичем и будем рассказывать 11 октября в 19:30. Поэтому этот вебинар подходит всем моим клиентам, которые работают в когнитивно-поведенческой парадигме, студентам в группах, людям, которые занимаются когнитивной психотерапией, хотят от председателя ассоциации услышать нюансы, техники, его подход, его преломление метода, его стиль. В общем, я приглашаю всех своих клиентов, всех своих студентов, всех своих зрителей, практикующих коллег, специалистов, студентов институтов. У вас есть замечательная возможность от первого лица услышать замечательную 2,5 часа лекция будет идти, замечательную лекцию Дмитрия Викторовича пока о том, как сформулировать рациональный ответ, рациональную философию, помогающее поведение именно вот здесь, в самом важном акценте когнитивной терапии. Жду вас. Мы разделили для удобства оплаты систему таким образом. Если вы занимаетесь у меня в группе, у вас, безусловно, есть скидка, и постарайтесь это сделать в сентябре, это будет большая скидка. Если вы не занимаетесь у меня в группе, являетесь зрителем «Невроза Мегаполиса», я рекомендую вам оплатить занятие в сентябре, семинар, вебинар, потому что в октябре он будет аж на 300 рублей дороже. Соответственно, давайте не будем тянуть кота за одно место, принимайте решение, и я убежден, что мы вдвоем с Дмитрием Викторовичем сможем объяснить вам очень доходчиво, очень на понятном языке достаточно сложные концепции. Поэтому 19:30 в 11 октября я вас жду. Записаться можно очень просто. Вам надо оплатить сам входной билет с помощью тех ссылок, которые расположены на канале «Без невроза ТВ». На главной странице уже, собственно говоря, все написано. Вы можете использовать карты Visa MasterCard через эту открытую систему. Не затягивайте. Спрашивайте под видео, спрашивайте в письмах, звоните 8495-201-5319, 8495-201-5319. Приходите, я уверен, что вам этот вебинар понравится. Если ты не знаешь, что такое вебинар, вебинар – это онлайн-трансляция, тебе не надо ехать в Москву или в Санкт-Петербург, мы будем вещать онлайн, и ты сможешь прекрасно посмотреть трансляцию, задать вопрос в чате. Ты сможешь участвовать анонимно, мы тебя не будем видеть, ты будешь видеть только нас. Соответственно, милости просим, пожалуйста, приходи, будем рады тебя видеть. Если ты коллега, великолепно, если ты зритель, еще лучше, потому что вы привыкли слышать мой подход. Я бы хотел, чтобы вы услышали подход еще одного высокого специалиста, энтузиаста своего дела. А я передаю слово Дмитрию Викторовичу Ковпаку, который находился в командировке во Владивостоке, насколько я знаю, или возле Владивостока где-то, и записал для вас небольшое анонсное видео о том, о чем он будет говорить, собственно говоря, на этом мероприятии. Спасибо. Жду вас 11 октября в 19:30. Ссылку вы получите за один день до начала мероприятия. Пожалуйста, до встречи. Увидимся. Я вас приветствую, уважаемые зрители, на благодатной Приморской земле. И хотел бы несколько слов сказать в качестве анонса нашего вебинара, который мы будем проводить с Алексеем Красиковым. Он будет посвящен теме установок, теме работы с помощью рациональной эмотивно-поведенческой терапии со своим мышлением. Как хорошо известно, мышление играет огромную, я бы даже сказал, глобальную роль в нашей жизни, но важно
более качественно представлять, в чем заключается эта роль. Пересмотрев разные эзотерические фильмы, начитавшись ненаучно обоснованной фантастики, можно делать несколько поспешные и не самые подходящие выводы, которые не помогут наладить свою жизнь, а лишь уведут в сторону в этих серьезных, сложных и трудоемких исканиях. Мы предлагаем рассмотреть гораздо более обоснованный, не только научно, но и клинически, в многочисленных экспериментах, самый современный подход в психотерапии. Ее название многим уже хорошо известно, оно на слуху. Это когнитивно-поведенческая психотерапия. Название говорит само за себя. Когниция – это мысль, суждение, познание, а поведение – хорошее, понятное в нашем языке слово, достаточно емкое. И вот связь мышления, поведения, связь эмоций, физиологии и того, что происходит в нашей жизни – вот то, чему будет посвящен вебинар, и мы постараемся затронуть причины происходящих с нами событий, причины происходящих с нами переживаний и даже некоторых расстройств и заболеваний, которые кроются в этом самом во многом загадочном до сих пор процессе под названием мышления. Отец когнитивной психотерапии Аарон Бек выделил в мышлении несколько уровней. Эти уровни, безусловно, выделяются достаточно условно, прошу извинить за каламбур, но, тем не менее, клинические испытания, многие исследования научно обоснованные подчеркивают, что эта парадигма работает, что эти представления нашли свой отклик в регулярной практике, которая уже более полувека. В чем специфика этих уровней? Первый уровень – это уровень произвольного мышления. То, что подчеркнул уже более века назад ученый и психолог Миллер. Джош Миллер определил некое магическое число 7 плюс-минус 2. В этом числе закодирована вся емкость нашего сознания. Вот тот освещенный узкий пятачок, который мы можем определить как произвольное мышление, наше осознанное мышление, которым мы произвольно можем руководить. Мы не только осознаем эти мысли, но и в связи с этим осознанием можем держать их в определенном подчинении, можем управлять ими. Но этот круг очень узок. Как мы понимаем, в нашей голове происходит гораздо больше событий, чем эти вышеозначенные максимум 9 мыслей. Вот те мысли, которые не попадают в этот круг, автоматически, опять же, каламбур, становятся автоматически. И это второй уровень, у Бека уровень автоматических мыслей. Но это не все. Мышление обладает многими загадками и тайнами. Еще одна открытая тайна – это то, что автоматические мысли появляются не случайно. Ими руководят определенные стереотипы мышления. То, что еще Дмитрий Николаевич Узнадзе в 40-х годах обозначил термином, понятием установки. Вот этот термин был взят на вооружение рациональной мотивно-поведенческой терапии Альберта Эллиса, который так назвал ее уже в 93-м году, а еще в 50-х годах, когда она называлась рациональная терапия, в последующем рациональной мотивной терапии, Эллис уже вывел понятие установки, исходя из практики. И в этой практике установки получили такое серьезное, важное значение, поскольку управляли очень многими мыслительными процессами, как это вывел из своей практики, из практики своих учеников, известный ученый, исследователь, практик, психотерапевт с мировым уровнем, к сожалению, уже умерший, покинувший нас, Альберт Эллис. Установки – вот будет краеугольный камень нашего обсуждения, нашего взаимного исследования. Поскольку у каждого из нас они есть, и у каждого они играют определенную значимую роль в его жизни. То, откуда берутся наши мысли, то, откуда происходят наши переживания, то, откуда берется наше поведение, во многом и связано с этим понятием. Слоганом нашей ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии,
являются слова Лао Цзы. Будьте внимательны к вашим мыслям, а не начало ваших поступков. Вот более 2000 лет назад этот известный даосский философ, основатель даосизма, говорил о том, что сегодня стало передовым фронтом, передовым краем научных исследований и научной практики. Именно мышление определяет очень многие процессы не только в нашем эмоциональном состоянии, но и в физиологии нашего организма. То, как откликаются в ответ на наши эмоции, наши мышцы, наша вегетативная нервная система, наши внутренние органы, хорошо известно. Существует устойчивый термин «психосоматика». Уже почти век, как обсуждаются эти проблемы взаимосвязи психики и тела. И многие обращаются за помощью к врачам, начиная свой круг по поликлиническому лабиринту, именно с жалоб на тело. Бьется сердце, кружится голова, тошнит, болит живот. Это многочисленные соматические, так называемые, телесные проявления в ответ на сильные, избыточные, чрезмерные, дисфункциональные эмоции. Вот эти эмоции, эти телесные реакции являются следствием работы автоматических мыслей, следствием работы установок. И если мы возьмем наиболее глубокий уровень по Аарону Беку, это уровень схем, даже можно сказать протосхем, все мы родом из детства, и вот там зарождаются зачатки этих схем мышления, которые потом во многом будут предопределять наше отношение к себе, наше отношение к другим, наше отношение к миру. И вот здесь кроются многие проблемы, здесь кроются истоки этих проблем. Это краеугольные камни, фундамент нашей психики. И если там какой-то камень, а то и ряд неподходящих предметов легли косо, криво, то, увы, всю жизнь нам придется корректировать вот эту кривизну, если мы будем иметь дело только с поверхностью, с верхушкой айсберга. Либо мы можем пойти глубже и разобраться с тем, что же заложилось в основах нашего мышления. Более того, то, как назвал это в последующем Элис, это философия, наше мировоззрение, наше глубинное отношение. И вот в основе схемы Аарон Бек выделил глубинные убеждения, а Элис настаивал на том, что именно установки, их корни, истоки, вот что предопределяет нашу жизнь, наши переживания в ней, наше поведение в ней. И это будет темой достаточно серьезной, фундаментальной нашего вебинара. Он коснется, конечно, не только описания этих процессов, но и тем, как с этим работать. И самое главное, что дальше, после того, как мы нашли эти дисфункциональные мысли или иррациональные, пользуясь термином Альберта Эллиса, нашли автоматические мысли дисфункциональные, нашли установки, нашли убеждения, нашли схемы. Как быть с ними? Это очень серьезный и трудный процесс изменения. И важно использовать то, что помогает. Важно использовать те наработки, которые уже есть сегодня в науке и практике. Более того, необходимо менять даже свое мировоззрение, свою философию. Поэтому полное название нашего вебинара касается помогающего мышления и новой жизненной философии, помогающей философии, предопределяющей то, какой дорогой вы пойдете и насколько тернистым, болезненным и коварным будет этот путь, либо насколько счастливым, насколько интересным, захватывающим и впечатляющим. Решать вам, ибо главное, что есть у человека, и одновременно единственное, что у него есть, это возможность выбора. Выбор за тобой, что предпринимать, как решать и куда двигаться. И этот выбор мы обсудим на нашем вебинаре. Спасибо за внимание и до встречи на этом интересном, с нашей точки зрения, мероприятии.